Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня покажу вам новые мини-фигурки Лего. Лего, я покажу вам новые фигурки. Новые фигурки будут у нас Лего Move. У меня три пакетика, но на самом деле открою я всего лишь два сегодня, потому что третий мне нужен для коллекции. Вот у меня коллекция открытых пакетиков. Здесь, к сожалению, не все. Я хочу сразу пробомбить. Я бомбил по поводу того, что Лего стало забивать и делать маленькие коробки для серии Ниндзяго. И Лего стало еще больше забивать на всех, потому что вот Юникити. Пакетики немножко даже вот они все-таки вот раньше были пакетики вот такого качества, они были небольшие, маленькие, приятненькие, классные. Прощупать можно, все было можно, суть понятна. Юникити, она сделала серию чуть другие пакетики, но здесь я не бомбил, потому что это все-таки Юникити, не совсем мини-фигурки, не совсем какие-то наборы. Вот такие пакетики были, на них я не буду бомбить, они нормальные в своем виде. Но вот Лего, вот это что такое? Это что за совсем дешманский полиэтилен? У меня есть полибеги старые, есть полибеги новые и новые полибеги отвратного качества. Лего просто, видите, всегда было хорошо тем. У них красивые коробки, классные пакетики, интересные полибеги. Упаковка тоже очень важна для Лего, но сейчас они реально забивают. То есть вот это, ну не хочется покупать. Но вот серьезно, что это, блин, такое? А у меня, кстати, нет ножа, поэтому придется, наверное, сегодня рвать. Вот, сейчас я покажу вам, какие у меня есть пакетики, закрытые фигурки. Значит, у меня есть фигурка из серии Disney. Я не знаю, кто здесь, потому что я их просто беру рандомно для коллекции. Но вот такая фигурка у меня есть. Есть юбилейная фигурка, не знаю, кто здесь. Также это вот с полицейским, так я его себе и не урвал. Есть пакетик с Ниндзяго, очень классный пакетик, люблю его. Есть вот такая вот мини-фигурка, 15-я серия. Я, по-моему, сейчас собирать эти именно закрытый пакетик стал собирать, по-моему, с 15-й серии, да? А, да, по-моему, с 15-й серии у меня фигурки все идут. Да, к сожалению, да, только с 15-й. Но, тем не менее, они есть, продолжаю их собирать. У меня есть каждый пакетик открытый, к сожалению, из первой серии. Потом как-нибудь вам покажу или показывал, уже не помню, вроде не показывал. Ну вот, но вот такой пакетик из 15-й серии. Вот такой пакетик из серии Batman, 20 коллект. Вот такой пакетик из серии 16. Вот такой пакетик из второй серии Симпсонов. Вот такой пакетик из Бэтмена. Бэтмена 2, да, получается? Две версии. Получается вот первая, вот вторая серия. Есть у меня здесь коллекция... А, вот, 13-й пакетик. Почему так? Потому что с 15-й серии я начал пакетики собирать закрытые. Да, там есть фигурки, я просто не знаю, какие-то фигурки. Вот, но именно с 13-ю серию я просто нашел рандомно. Зашел в магазин такой, о, закрытая серия, ничего себе, круто, давайте, поехали. Вот, есть у меня здесь еще фигурки, ну, понятно, Юникити. Есть 17-я серия, и есть еще Гарри Поттер. 4 пакетика вот у меня осталось. Потом как-нибудь их открою, хотя закрытые они тоже прикольно смотрятся. Что ж, давайте, наверное, положим пакетики в стороночку. Давайте, я не знаю, какой мне выбрать пакетик-то на открытие, даже не знаю. Давайте, наверное, вот эти два откроем. Посмотрим, какие тут фигурочки. Их открывать также неудобно. Есть какой-то лайфхак, типа рвете здесь, а потом как-то вы их раскрываете. Просто ножа под рукой что-то у меня нету сегодня. О! А они открываются гораздо легче, чем старые фигурки. Ах, может, пакетики новые писать, чтобы было удобно открывать? Не знаю. Ладно, кто здесь? Конечно же, девочка. Конечно же... А, нет, не девочка. Кто-то... А, это мальчик в арбузе, что ли? Ничего себе. Кто это? Что это такое? Так. Как-то вот так. О, господи. Я не знаю. Я такие фигурки не особо одобряю. Так, вот такой вот девочка, мальчик в арбузе. Непонятно вообще, кто это. Какая-то жесть, какой-то трэш. И вкладыш. Смотрите, какой маленький вкладыш. Я вам покажу потом из других серий. Я думаю, вы и так знаете, даже больше. А здесь как-то они то ли компакт не сложили, то ли еще что. Причем он даже не открывается. Он проклеен как-то, что ли. Жесть. Стали Лего экономить на всем. О, вообще отвратное качество бумаги. Реально отвратительное. Я на самом деле хочу, вот честно говоря, прощупать два пакетика эти, потому что там в одном был Линкольн, я шляпу нащупал, а в другом был не Линкольн. Или давайте бог с ним, открою все три пакетика. Что уж тут. Потом пойду куплю себе еще один. Так, о, опять девочка. Опять деваха. Ой-ой-ой, посыпалось все. Кто ты, что ты, вообще непонятно. Да, надо было лучше щупать, конечно, наверное, мне. У нее два микрофона. Раньше, когда еще в Лего клали по два аксессуара в серии мини-фигурки. А что за девочка-то вообще? Кто это такая? Непонятно.
очень похоже на серию Ниндзяго Мув. Да, прям что-то такое ощущение у меня какое-то есть. Вот такая деваха здесь. А, у нее еще какая... Ого! Ого! Только ради этого стоило фигурку найти. Everything is awesome. Отлично, отличная находка. А где эта штука здесь, я не понимаю. А, здесь еще, смотрите, у них есть волшебник изумрудного города. Удивительно. Кстати, сейчас идет в кино этот мультик, можете сходить посмотреть. А, да, видите, у нее один микрофон в руке, одна тарелка в руке, один микрофон запасной. Окей. Вот, и давайте откроем Линкольна. А может это жираф? А здесь, смотрите, еще есть Юникити, кстати. И здесь еще есть такой жираф и арбузный. Подождите, а где арбузная долька? Видали арбузная долька? А где у меня арбузная долька? Я потерял ее? Не понял. Подождите. Не было же, да? Потом посмотрю. Стойте. А, вон она, вон она, вон она. О, даже две. Смотрите, как прикольно. Наконец-то вернули две. Ладно, бомбил на пакете, хотя бы есть две детальки. Крутяк. Да, видали, две арбузные дольки. Очень круто. Два микрофона, две дольки суперские. Только бомбить на Лего хотел. Где моя долька? И типа пакетики плохие. Оказывается, нет. По две детальки, аксессуарки нормально, хорошо. Ой, это даже будет три аксессуара. И открываться они стали удобнее. В принципе, может быть и хорошо. Что пакетики сменили они. Ну-ка, давайте откроем Линкольна. Здесь же Линкольн, да? Да, Линкольн. Так, тормози-ка, брат. Где шляпа твоя? Фирменная. Хэдбэт. Да, мне нравится данный Линкольн, потому... А, у них еще белые подставочки, кстати. Раньше были черные. Ну, в этих таких сериях лимитках у них, конечно, всегда. Да, смотрите, а у Линкольна две палки. Ничего себе. Лего, вот это вы молодцы. Это мне прям нравится. Крутяк. Давайте мы сделаем какое-нибудь злое лицо. Сейчас покажу вам. Оп. Вот такое злое лицо мы ему сделаем. Он такой с черепами. Постап Линкольн. Два топора сзади. Так. И вот такой вот злой. И у него тоже два аксессуара, в смысле две палочки дополнительные. Очень круто. В этом плане Лего прям молодцы. Меня порадовали. Спасибо большое. Батя рад. А вот такая вот фигурка этого парня. Вот такое сегодня, друзья, было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Вы сами все прекрасно. Зачем мне вас каждый раз учить напоминать? А вот. С вами был чудовищный угомонный Блейдер. И всем удачи. Всем пока. Я пока буду еще прицеплять арбузик к этой девочке. Вот. Всем удачи. Всем пока-пока.